мультяшки расскажут детям, как вести себя на дороге. В кинотеатре Орехово-Зуево стартовали образовательные кинопоказы. Необычные уроки ПДД для жителей и гостей Орехово-Зуево решили провести сотрудники госавтоинспекции. До 16 ноября в кинотеатре будут транслировать познавательные мультфильмы, герои которых помогут ребятам запомнить правила дорожного движения. Госавтоинспекция всегда пытается использовать любую возможность, чтобы напомнить как детям, так и взрослым о соблюдении правил дорожного движения, тем более столь потенциально опасный для всех участников дорожного движения время года. На первый сеанс были приглашены воспитанники социально-реабилитационных центров города и района. Ребята интересны. С удовольствием провели время. Посетить другие сеансы азбуки безопасности могут все желающие.